Осмотрите, что сейчас происходит. Значит, на какой отдаленности будущего вас пугает? Вы вообще представляете, что будет через 10 лет в вашей жизни? Я вот раньше, у меня, когда принимал на работу, я же большой начальник был, принимаю на работу, говорю, аж какой план на ближайший, что через 10 лет, как себе представляешь жизнь? Это был там 2007 год, 2009, 2010. И мне говорили. После этого в 2014 году мне предложили 5 лет. То есть говорили, а давайте на 5. Сейчас я боюсь спрашивать, чтобы мне не сказали, что в целом у меня план на завтра. Вот, и то пока такой.